Данил не пропустил ни одного боя своего кумира, экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Мальчик следил за его карьерой и читал информацию. И мечтал когда-нибудь увидеть вживую знаменитого спортсмена. Но даже не ожидал, что мечты исполняются так быстро. Хабиб ответил на письмо ребенка и предложил встретиться. Правда, родители Данила думали о встрече онлайн, но чемпион пригласил мальчика на свою родину, в Дагестан. Ребенок вернулся на днях. Я, честно сказать, представлял его немножко другим, но, ну, скажем так, сердце у него было такое же, как я представлял. Доброе, отзывчивое, ну, не то, что там... Привет! Дал автограф им, куда-то полетел. Он прям со мной поговорил, подарил мне подарок, можно так сказать, моей мечты. И я очень был этому тронут. Ну, конечно, когда встретились, даже в маске тут все понятно, что это подошел Хабиб, потому что взгляд этот спутать очень сложно с кем-то. Встреча проходила в аэропорту, и многие его сотрудники говорили: «Прилетел друг Хабиба». Об этом заявил и сам чемпион и пообещал нанести ответный визит. Прилечу, обязательно мы там увидимся, хорошо? Так что буду знать, что в Барнауле у меня появился друг. Для него это было очень важно увидеть и понять, что это есть на самом деле, все это живое. Потому что мне даже через видео было видно, насколько... Не постановочно все было, то есть Хабиб на самом деле, он живой, он настоящий. И те эмоции, которые он Данилу подарил, это дорогого стоит. Кстати, в ходе беседы Хабиб предложил Данилу попробовать забрать у него чемпионский пояс. А драться ты как хочешь, умеешь? А? Ну, пока не пробовал. Ну, может, попробуешь? Сразу с чемпионом. Выиграешь меня, все пояса заберешь. Боец подарил Данилу футболку и автограф, пожелал оставаться молодцом и слушаться родителей. В соцсетях такие действия Хабиба у некоторых вызвали недопонимание. Мол, сам Хабиб мог бы и оплатить лечение ребенка. У Данила ДЦП, и он регулярно проходит реабилитацию. Но сами родители мальчика не согласны с такими комментариями. Говорят, для ребенка были очень важны эмоции и общение с кумиром, а не перевод ситуации в деньги. И тем не менее, на этом чудеса не закончились. Уже после встречи с Хабибом на маму Данила вышел человек, который пожелал остаться неизвестным и предложил помочь оплатить реабилитацию Данила. Вот так мечты и сбываются. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.